Представляется генерал-майор Реуцкий Дмитрий Васильевич на вакантную должность заместителя председателя Комитета государственной безопасности, курирует вопросы экономической безопасности и борьбы с коррупцией. Полковник Козырь Владимир Владимирович представляется на должность начальника управления КГБ по городу Минску и Минской области. Более чем серьезное назначение, особенно в этот промежуток времени. Я думаю, что в госсекретариате также эти кандидатуры изучены. Всесторонне изучены, товарищ президент. Каких-то препятствующих моментов нет. По своей сути, по подготовке, по настрою, действительно достойные офицеры, которые, уверен, способны выполнить поставленную задачу и уверенно руководить порученными участками работы. Ну, я так понимаю, Валерий Павлович, это же не без вашего согласия. Так точно, товарищ президент. Это плановая работа. Одна ядра кандидатуры, они находятся в резерве на выдвижение на высшие должности. Не просто случайно они там оказались, они заранее готовились. И определенный должностной путь в Комитете государственной безопасности прошли и один, и другой.